Идет. Господа, которые смотрят запись, я очень сильно прошу прощения за этот фейл. Я забыл после того, как мы закончили сезон доната, включить запись. Вы пропустили где-то минут 10 игры. Был бой с акулой, который вы тоже, к сожалению, пропустили. Извините. Акула убежала. Еще был бой с енотом. Енот умер. Все. Добро победило зло. А мы тут добываем деревяшечки тем временем. Да, ребятам на Твиче здрасте тоже всем. Вы там молчаливые в основном. Хотя я так понимаю, что часть людей смотрит не из Good Game, а просто сидит в чате Good Game, а смотрит с Твича. О, а чё, у меня еды нет никакой, что ли? Опа, 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 опасно. Еды реально нету, господа. Капитар фейл от слова совсем. Сейчас, секунду, друзья. Так, возвращаюсь. Готовься, готовься, 5 еды. Отлично. По золоту у нас что? По золоту у нас не густо. С маслом вроде можно что-то прикольное делать, но я не знаю, что и как. Давайте попробуем что-нибудь сделать. Прям я разного напихаю. В итоге получится все равно фрикадельки. Но кто знает. Савелий нарисовал новую картинку. Хорош. А, там все три босса, кроме акулы. Смотрите, ребята с Твича тоже смотрите. А на ГГ надо регаться, что писать бесит. Зато там не лагает, как на Твиче порой. Ну, на самом деле, ты просто мало с ГГ смотришь, если ты думаешь, что ГГ не лагает. Там еще бывают проблемы почище, чем на Твиче. Хотя я также замечу, что обычно проблемы на Твиче это ваши проблемы. То есть у вас канал между вами и Твичом, Твич в Европе. Шанс, что канал, что-то с каналом будет проблемы больше гораздо. Что я хотел еще сказать? А, да не, я... мне все равно, вы можете смотреть с Твича, мне так даже лучше на самом деле. Так, ну что, пойдемте золото копать потихоньку. А зачем я кинул картинку Савелия на Good Game, куда он ее сам скинул, непонятно. Там, кстати, под стримом один последний или один из последних, не знаю, я не смотрел комменты. От проф Малины тоже, посмотрите, там зачетная картинка, я вчера поржал. Покажи картинку. Сверху на Твиче ссылочка только что была. Просто подними глазик на две строчки вверх. Нет, даже на одну, прям над твоим сообщением. Ну там у Савелия в галерее есть еще. Лопата сломалась. Печаль, беда. 0-0.
Лопату, конечно, лучше золотую. А, у нас же с тем, что травки мало, проблема-то еще была. Ну, с травкой... Не знаю. Вообще, по идее, мне надо на парус две веревки и на корабль три. То есть это пять веревок. На веревку надо сколько? Травки три. А, ну нормально, у меня хватит. Все, здорово, отлично. Я просто хочу еще на, там, на запасное копье накопать и на всякое такое. Камушков собрали уже больше, чем надо. Ладно, пойдемте. Внизу. Пойдемте чекнем, что вот там. Все-таки, может, там что-то еще есть. Глупо целиком остров, который твоя база, не открыть. И пни попутно повыкапываем, кстати. И шишки пособираем. Тут, соответственно, остров кончается, к сожалению. Есть мартышки. Мартышек можно немножко поубивать. Капельку убиваем мартышек. Уклоняемся от их дерьма. Все, идем строить свой дом. Змею оставляем тоже наедине с мартышками, пусть она ими занимается, вернее, они ими. Продолжим. Секунду. Продолжим. Второй один в комнате. Нет, тут мама просто. Ей сегодня не спится. Уроки сделай, посуду помой. Моя мама говорила, ты уроки сделал. Я только, короче, доделаю уроки. Ну, по своему мнению, такой расслаблюсь. Сяду за компьютер. Там начну нормально с пацанами общаться. И тут мама такая заходит, говорит, Паш, а ты что за компьютер-то сел? Ты уроки сделал? Я такой говорю, да. И она такая говорит, ну чего, да, у тебя же завтра история. Я такой думаю, блин. Но у меня мама уроки проверяла класса до 10-го. Там мы с ней в какой-то момент конкретно так посрались, и она забила на это. И слава... И вообще, кстати, ничего не изменилось. Я как был дебилом, так и остался. Да, у меня стало больше там двоек и так далее, но это в целом вообще ничего не поменяло. И я все еще уверен, что у меня портится еда. И я все еще уверен, что как бы... Мои нервы в основном были потрачены зря. Понапрасну. Акснар заслал 1016 рублей. Говорит, отойду на часок удачи. Я жму кнопочку, призываю. Спасибо, Акснар. Ты лучший. Ночь сейчас будет, да? Ну, я пытаюсь пережить затягивание.
После этого, соответственно, мы берем копье и начинаем мутузить его. Вот что делать с тем, что ночь, только вопрос. Ну, в общем-то, ответ-то довольно... Блин, а почему он меня в ответку бьет? Он не должен меня бить. Блин, сломалось копье. Нужно новое, быстро, а чуть ли нового надо. Веток не хватает. А куда мое золото делать? Да блин! Но... Нет! Ладно, мы пока живы. Блин, он всосал всю растопку. И факел... Нет, факел у меня есть. Да кинь ты в это в костер, твою мать! Давай, добавить топливо, ну... Такой офигенный остров был. Такой остров офигенный. О чем отчета? Надо было огонь. Ну, без огня-то. Какой смысл? Экснар говорит, отлично, да уж, отличней прям не бывает. Вообще, я собирался, во-первых, сейчас перерыв сделать и поесть, но реально быстро. А во-вторых, я хотел Darkest Dungeon стримить после перерыва. И не знаю, есть ли смысл начинать заново, или сразу пойдем в Darkest Dungeon. Зверди орден имени Гуфа, и каждый Гуф пиши, кто тебя гуфнул, и в конце сезона донати. Антипремия, типа. Я, это будет, в общем-то, скажем так. У тебя часть идеи тоже есть интересная. Посмотрим. Ладно, наверное, сейчас перерыв. Сейчас женщина вернется с едой. Готовой. Вот, уже возвращается. И Darkest Dungeon будет. Тем более, вроде бы не против. Дон Старов будет, кажется, завтра, кстати. Внезапно. Да? А, завтра RimWorld вечером. И послезавтра от Донстаров будет воскресенье. А, и в субботу целый день Донстаров. Да. Вот, все, понятно. Окей, господа, спасибо, что смотрели Донстаров. Сейчас пауза, быстренько, и потом... Я прям вот прям засек. И потом Darkest Dungeon.